Интересно, Кадыров тебя слышит? Я не думаю, что Кадыров смотрит мой канал, он про меня ничего не знает. Ты, пожалуйста, не говори ему ничего. Знаешь, Николай, что самое интересное? Что вы, оккупировав нас, убив 30%, 300 тысяч наших граждан за вот эти две последние войны, убив 42 тысячи детей среди этих 300 тысяч, вы ссылаетесь на Кадырова, вам не стыдно, а? Неужели у вас не нашелся русский Витязь, которым вы могли бы нас пугать? Представьте, вы покорились нам, русские. Представьте, просто задумайтесь, в каком положении вы. Вы ментально, психологически под нами находитесь, под нами, чеченцами. Вы не присылаете мне какого-нибудь русского Ваню, Петю или Васю, которым меня должны запугать, понимаете? Вы меня пугаете кадыровцем. Представьте, вы понимаете, ментально, психологически понимаете, что вам не испугать никаким Васей, Петей или Ваней нас. Вы пугаете нас, Кадырова. Так вот, и его мы не боимся. Понимаете?